Трехангельская весть. Пастор Стивен Бор. Вера Иисуса. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, как удивительно проводить с Тобой время в Твоем присутствии. Мы знаем, что Твое присутствие будет с нами сегодня, когда мы изучаем этот очень важный предмет – веру Иисуса. Мы просим, Отче, чтобы Ты наставлял нас Сам. Помоги нам понять тот баланс между заповедями Божьими и верой в Иисуса. Благодарим Тебя, Отец, за услышанную молитву, ибо мы просим во имя драгоценное, во имя Иисуса. Аминь. Я бы хотел начать с чтения 14 главы книги Откровения, стих 12. Это завершающий текст Трехангельской вести. Там сказано так. «Здесь терпение святых». Мы уже изучали понятие терпения святых. «Здесь те, кто соблюдает заповеди Божьи». Это мы изучали на прошлой встрече. «И веру Иисуса». Я должен сказать вам, что эта последняя фраза Трехангельской вести переводится по-разному в разных версиях перевода Библии. Некоторые версии переводят ее как «веру Иисуса», «имеющие веру Иисуса». Другие же переводят ее как «веру в Иисуса», «имеющие веру в Иисуса». Если вы посмотрите на все варианты перевода Библии, доступные сегодня, то вы обнаружите, что эти два варианта перевода имеют приблизительно равное количество версий, если говорить именно о переводе этой фразы «вера Иисуса» или «вера в Иисус». Лично я, по мере нашего изучения, делился своими выводами о том, что эту фразу следует переводить словами «вера в Иисуса». Здесь те, кто соблюдает заповеди Божии, и имеют веру в Иисуса. И мы с вами обнаружим баланс между соблюдением заповедей Божьих и наличием веры в Иисуса Христа. Когда вы ведете машину на дороге, и в это время идет сильный снег, и дорога становится скользкой, и по обоим краям дороги вы видите глубокие канавы, то в какую из этих двух канав вы предпочли бы упасть? В левую канаву или в правую канаву? Я уверен, что вы предпочли бы не угодить ни в левую, ни в правую канаву. Нет никакой разницы между падением в правую или левую канаву, потому что в любом случае вас уже нет на дороге. Таким же образом, мы сегодня увидим, по мере нашего исследования, тех, кто делает акцент на заповедях Божьих, но пренебрегают верой в Иисуса, а также тех, кто делает акцент на вере в Иисуса, но желают обесценить заповеди Божьи. Но в данном тексте 14 главы 12 стиха Откровения присутствует совершенный баланс между верой и делами, или совершенный баланс между законом и благодатью. Между прочим, я должен сказать, что греческая конструкция выражения «вера Иисуса» или «вера в Иисуса» составлена таким образом, что оба перевода возможны. В грамматическом смысле оба перевода правомочны. Но опять же, я убежден в том, что верным переводом будет фраза «имеющие веру в Иисуса». Мы обнаружим, что христиане стоят перед лицом двух опасностей. Одна заключается в акценте на вере до такой степени, что исключаются дела. Другая опасность заключается в акценте на делах до такой степени, что исключается вера. Но оба этих акцента должны быть равнозначными. Вот почему Трехангельская весть упоминает их оба. Они соблюдают заповеди Божии и имеют веру в Иисуса. Нам необходимо избежать двух крайностей. Первая крайность, которую мы назовем правой канавой, это то, что называется законничеством. Оно заключается в идее о том, что вы можете спастись соблюдением заповедей Божьих, или что вы можете спастись своими делами. Мы находим несколько примеров,
этой очень опасной крайности, правой канавы на нашем пути в Писании. Первый пример, который я хотел бы привести, это история о молодом богатом правителе из 19 главы Евангелия от Матфея. Я не буду читать всю историю, я перескажу первую ее часть. Один молодой правитель приходит к Иисусу и говорит: «Что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную?» Этот юноша желает получить вечную жизнь. Заметьте, что отвечает ему Иисус. 19 глава Евангелия от Матфея, начиная с 17 стиха. Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». О какой жизни говорил Иисус словами «если же хочешь войти в жизнь»? О вечной жизни, потому что юноша выразил желание иметь жизнь вечную. Поэтому Иисус и говорит ему: «Если хочешь иметь жизнь вечную, то тебе нужно соблюдать заповеди». С 18 стиха говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Между прочим, последняя заповедь не значится в шести заповедях второй скрижали. Вместе слов «не завидуй» Иисус сказал: «люби ближнего твоего, как самого себя». Потому что любовь к ближнему – это противоположность зависти. Это позитивная форма заповеди, гласящей «не пожелай». Когда юноша слышит эти слова, он воодушевляется ими. Заметьте, что он говорит в 20 стихе. Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей». Другими словами, я соблюдаю заповеди, я готов получить вечную жизнь. Но он спрашивает: «Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, это значит полным или целостным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Позвольте спросить, соблюдал ли этот юноша заповеди Божьи на самом деле? Нет. Он соблюдал их внешне, он соблюдал их по букве, но его служение Богу не исходило от любви. Одним словом, оно не имело мотива веры, мотива любви. И поэтому его соблюдение заповедей было всего лишь внешней формой. Вопрос: обеспечит ли внешнее соблюдение закона вам вечную жизнь? Библия говорит, что нет. Этот юноша не получил вечную жизнь, потому что он не любил своего ближнего, как самого себя. Внешне он соблюдал закон Божий, но эти заповеди не соблюдались, исходя из мотивов веры в сердце. Давайте рассмотрим еще одну историю, которая имеет дело с идеей о том, что кто-то может спастись своими делами. История фарисея и мытаря в 18 главе книги Евангелия от Луки, стихи с 9 по 14. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других». Разве эти люди не считали себя вполне порядочными? Конечно, да. Они считали себя праведными. Заметьте, что сказано далее. Иисус рассказывает историю. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе. Интересно, что он молился не Богу, а сам в себе. Так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Одним словом, благодарю Тебя, что я соблюдаю заповеди, не нарушая их, как эти люди. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, заметьте разницу, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным, это значит прощенным, в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
Соблюдали ли эти люди заповеди Божьи по-настоящему? Нет. Они соблюдали заповеди только внешне. Они только снаружи казались добродетельными. Были ли они внешне благочестивыми, соблюдая субботу, возвращая десятину, соблюдая посты, не употребляя в пищу то, чего не должно? Конечно, да. Но это не было истинным соблюдением заповедей, потому что оно не исходило от обновленного сердца. Это не было следствием и результатом веры. Поэтому внешнее соблюдение заповедей ничего не значит до тех пор, пока внутренние мотивы веры не присутствуют в сердце. Есть еще одна история, история о блудном сыне. Вы помните эту историю? Мы обычно указываем на сына, который оставил дом, а затем вернулся. Но в этой истории был и старший сын. Когда его брат вернулся, источая запах свиней от себя, поскольку он жил со свиньями, его отец созвал гостей на праздник, заколол тельца и стал вместе с друзьями и родственниками праздновать возвращение своего сына. И старший сын узнает об этом и исполняется гневом. Заметьте, что он говорит своему отцу в Евангелии от Луки, 15 глава, 29 стих. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего». Заявлял ли он о соблюдении заповедей? Почему он соблюдал заповеди своего отца? Потому что любил его или потому что хотел заработать благоволение своего отца? Потому что хотел заслужить благоволение. Это соблюдение заповедей не исходило от сердца. Поэтому он и говорит: «Я никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». А когда этот сын твой, он даже не называет его своим братом, а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Видите ли вы здесь отличительные особенности соблюдения в кавычках заповедей Божьих по неверным мотивам, без веры, или дел без веры, попыток оправдать себя своими делами без мотивации веры и любви, исходящей от сердца? Вспомни еще одну притчу, рассказанную Иисусом. Известную притчу о работниках виноградника. Она содержится в 20 главе Евангелия от Матфея. В этой истории хозяин виноградника выходил на рынок несколько раз в течение дня, в 6 утра, затем в полдень, затем в 3 часа пополудни, в 5 пополудни, чтобы найти работников, так как ему были нужны работники в его виноградник, больше и больше. Наконец, в 6 часов вечера настало время оплаты труда. Некоторые работники трудились 12 часов, некоторые 9, кто-то 6, кто-то 3, а кто-то вообще 1 час. Во время выдачи платы владелец виноградника заплатил всем им одну и ту же сумму. А те, кто трудился больше, заметьте, что они сказали. Читаем с 10 стиха. «Пришедшие же первыми думали, что они получат больше». Итак, они трудились для того, чтобы как можно больше получить, а не просто потому, что получали удовольствие и счастье от самого труда. Они трудились и думали, что чем больше они сделают, тем больше заработают. И они, сказано, но получили и они по динарию, и, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Здесь мы видим, что труд в Божьем винограднике не прибавляет никому таких заслуг, которые сделали бы их выше других. Все получают плату в виде спасения Божьей благодатью, а не делами, которые они делают, и не заслугами, которые они зарабатывают. Интересно отметить мотивы, которые побуждали фарисеев подчиняться Богу и соблюдать Его закон. Откроем 6 главу Евангелия от Матфея,
стихи 1, 2 и 5. Здесь Иисус говорит: «Смотрите, не творите милостыни вашей или добрых дел перед людьми с тем, чтобы они что? Видели в вас». Почему фарисеи делали свои добрые дела? Чтобы их увидели. Иначе, говорит Иисус, не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Почему фарисеи делали свои дела? Для чего они соблюдали закон? Из-за любви к Богу или как плодок сердечного преобразования, потому что они имели веру в Бога? Никак нет. Они соблюдали заповеди внешне, потому что они желали быть замеченными людьми, и желали, чтобы Бог признал их и спас их, потому что они соблюдали заповедь Божию. Это и называется законничеством. Итак, если вы делаете акцент только на заповеди Божии, исключая веру, вы уклоняетесь в законничество. Между прочим, знаете ли вы, что Иисус велит нам делать добрые дела, чтобы люди видели их? Кто-то спросит, как это возможно, что Он осуждал дела фарисеев, стоящих на улицах и молящихся, чтобы их молитвы и дела были видимы людьми? Да, но Иисус говорит, что наши дела люди все-таки должны увидеть. Но заметьте разницу в 5 главе Матфея, стих 16, Матфея 5, 16. Иисус говорит: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, что, видели ваши добрые дела». К этому и стремились фарисеи тоже, чтобы их добрые дела видели люди. Но Иисус велит, чтобы люди видели ваши добрые дела, и продолжает: «И прославляли Отца вашего Небесного». В этом и разница. Фарисеи соблюдали закон, потому что они желали, чтобы их видели люди, потому что они желали заслужить Божие спасение, показывая, насколько они хороши. Иисус же сказал: «Вы не можете спастись, соблюдая заповеди. Вы не можете спастись только потому, что вы внешне соблюдаете список правил и уставов». Заметьте, что в 23 главе Евангелия от Матфея, стихи с 25 по 28, тоже сказано об этой правой канаве, о которой мы все еще говорим, когда люди обеспечивают себе спасение соблюдением Божьего закона, подогреваемые уважением и восхищением окружающих людей из-за всех тех добрых дел, которые они делают. Матфея 23, 25. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». Кто такой лицемер? Это человек, который снаружи один, а внутри другой. Иисус говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете что? Очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие». Какова же была проблема фарисеев и иудеев? Они заявляли о своем соблюдении Божьего закона, Божьих заповедей, но они не имели любви, не имели веры. Они имели неверные мотивы. Они желали прославлять себя. Они желали, чтобы Бог спас их именно из-за добрых дел, которые они совершали. Но, друзья, существует и другая крайность, или левая канава. Она называется антиномианизм. Вы спросите, что такое антиномианизм? Это идея о том, что вы можете быть спасены, и для этого вам не нужно соблюдать заповеди.
Другими словами, одна обочина дороги – это когда люди говорят: «Я спасаюсь своими делами», но при этом отсутствует мотивация веры. На другой обочине – люди, которые говорят: «Я спасаюсь благодатью через веру, и мои дела не имеют никакого значения». Соблюдение закона не обязательно, потому что Иисус соблюл закон за меня, или потому что закон был пригвожден ко кресту, или потому что закон был дан только евреям. Вы понимаете суть учения второй крайности? И есть некоторые тексты, главным образом из послания апостола Павла, которые антиномианисты любят применять. К примеру, послание Галатам, 2 глава, стих 16. Здесь апостол Павел говорит: «Узнав, что человек оправдывается», это важно, «что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Итак, апостол Павел говорит: делами закона не оправдается никто. И некоторые христиане говорят: как видите, вы не должны делать никакие дела, потому что апостол Павел говорит, что вы не оправдываетесь делами. Но нам нужно читать внимательнее то, что пишет апостол. Он не пишет о том, что добрые дела не обязательны. Он говорит о том, что мы не можем оправдаться или спастись этими добрыми делами. Он говорит не о делах, которые появляются в результате спасения, а о делах, которые совершаются для того, чтобы Бог нас спас. Еще один любимый текст находится в 5 главе послания Галатам, стих 4, где апостол пишет Галатам: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». И некоторые люди говорят: как видите, по словам апостола, у нас нет надобности в добрых делах, мы не должны исполнять закон. Все, что нам нужно делать, это веровать в Иисуса. Все, что нам нужно делать, иметь веру, и мы уже будем оправданы. Никакие дела не требуются. Но они не продолжают читать дальше. А после того, как апостол говорит эти слова, прочитанные нами, Галатам 5:4, «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати», апостол продолжает в этой же главе говорить о плодах Духа. И эти дела не таковы, что мы исполняем их для того, чтобы Бог нас спас. Это те дела, которые мы делаем после того, как Бог уже спас нас. Это плоды спасения. Это результат того, что мы имеем веру в Иисуса. Они не спасают нас, но они показывают, что мы спасены. В этой же пятой главе, заметьте, написанное в стихах 16 по 26, апостол говорит: «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного Духа, а Дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом». Осуждает ли закон тех, кто водим Духом Святым? Нет, никак нет. Со стиха 19 читаем: «Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Предостерегает ли апостол нас против этого списка грехов? Разве те, кто совершает эти грехи, водимы Духом Святым? Не говорит ли апостол о том, что все, водимые Духом, уже не должны делать эти дела? Говорит ли, и при том в этой же пятой главе послания к Галатам, он об этом говорит. Заметьте, что он говорит после этого, в конце данного текста: «Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное предваряю вас, как и прежде предварял или предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Ожидает ли Бог изменений в нашей жизни? Желает ли Он, чтобы мы оставили эти грехи? В этой же главе Он говорит: «Если вы думаете, что можете оправдаться законом, вы
отпадаете от благодати. Затем он пишет, если вы оправдываетесь благодатью, то вы будете приносить новые плоды в жизнь, плоды Духа, и перестанете совершать эти грехи. Соблюдает ли Павел баланс в своих наставлениях? Конечно, да. Он верит в заповеди Божьи, но он также говорит и о вере в Иисуса. Заметьте, что он продолжает говорить в 22 стихе. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Позвольте спросить, вы когда-либо встречали закон, направленный против мира? А кто-то встречал закон, направленный против любви? Кто-то видел закон, противоречащий доброте, или закон, противный воздержанию? Нет, конечно. Как видите, не существует такого закона, который осудил бы живущих по духу. Те же, кто совершает перечисленные здесь грехи, не наследуют жизнь вечную, потому что они не имеют плодов духа, который является результатом их обращения. Стих 24. Но те, которые Христовы, распяли плоть, включая все эти дела, прочитанные нами, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Верил ли апостол Павел в добрые дела? Верил ли он в соблюдение закона Божьего? Да, но только как плод спасения, а не причину спасения. Некоторые другие тексты также используются теми, кто говорят, только благодать, только вера, вы можете не переживать насчет дел, можете не переживать насчет закона. Мы прочтем некоторые из текстов, а затем прочтем другие тексты, которые следуют сразу же за данными стихами апостола Павла, которые они любят применять. Римлянам 3 глава, 28 стих. «Поэтому мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Итак, человек оправдывается чем? Верою. Независимо или отдельно от дел закона. Некоторые христиане говорят, как видите, нам закон уже не нужен, потому что написано, мы оправдываемся верой, независимо от дел закона. К сожалению, такие люди обычно не читают дальше, всего лишь на 3 текста ниже. 31 стих. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но наоборот, закон мы утверждаем. Скажите, есть ли место в Божьем плане как для веры, так и для закона? Согласно Павлу, есть. Он говорит, мы не избавляемся от закона веры. Мы утверждаем закон, хотя мы не оправдываемся законом. Мы утверждаем закон веры. Еще один любимый отрывок для тех, кто говорит, вы не должны соблюдать закон, вам не нужны дела. Римлянам 5:20. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А там, где умножился грех, стало гораздо более преизобиловать благодать. Некоторые говорят, как видите, там, где много греха, много и благодати. Давайте грешить много, чтобы иметь много благодати. К сожалению, такие люди не любят стих из 6 главы послания к Римлянам, стихи 1 и 2, которые следуют сразу же за этими словами. Апостол Павел знал, что этот стих будут использовать таким образом, поэтому он пишет в том стихе, 1 стих 6 главы, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Разве он не предвидел, что многие будут неверно истолковывать его слова? Где умножился грех, благодать стала преизобиловать гораздо более. Конечно, он знал о предстоящих злоупотреблениях этих слов. Поэтому он сразу же пишет, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Разве это непонятно? Еще один любимый текст, и любимый во все времена, находится в этой же 6 главе, 14 стих. Там сказано, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». И некоторые говорят, «Видите, вы адвентисты под законом, потому что считаете себя обязанными соблюдать заповеди, но мы под благодатью». К сожалению, они не всегда читают следующий текст. Вот что апостол Павел там пишет. «Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью?» Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?
Позвольте спросить, разве тот факт, что мы под благодатью, дает нам право попирать Божий святой закон? Разве позволяет он нам грешить? Конечно, нет. Согласно слов самого апостола Павла, поэтому, когда мы встречаем кажущееся противоречие в его словах, то сразу же после этого он достигает баланса и говорит, просто потому что вы под благодатью не означает, что вы можете отвергать закон. Просто потому что, когда стал преизобиловать грех, благодать стала преизобиловать гораздо более. Это не значит, что вы можете нарушать Божий закон. Просто потому что вы оправдываетесь верой без дел закона, не означает, что вы избавляетесь от закона. Наоборот, вы закон утверждаете, вот что апостол Павел говорит. Как видите, этот апостол знал, что некоторые люди будут отворачиваться от закона Божьего, будут только исповедовать набожность, но не будут заботиться о порядочности своей жизни, что означает, что они и веру не имеют, и лишены внутренней мотивации и любви. Откроем послание Титу, 1 глава, 16 стих. Титу 1, 16. Здесь сказано об особенной группе людей, которые называют себя христианами. Они заявляют о том, что знают Бога. Вы уже встречали таких? Они заявляют о своем знании Бога, но делами, что они делают? Они отвергают Его. Как они отвергают Его? Они говорят, что знают Бога, но делами отвергают Его, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Соблюдает ли апостол Павел здесь баланс? Разве не говорит он о том, что если вы исповедуете Иисуса, то ваши дела должны об этом говорить? Конечно, да. Откроем первое послание Иоанна, 2 глава, 3-4 стих. Иоанн пишет, «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Кто говорит, «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Разве это не сбалансированная весть? Конечно, да. Некоторые группы христиан говорят, я знаю Его, и я не обязан соблюдать заповеди. Другие говорят, я соблюдаю Его заповеди, но не знают Его. Ключ же заключается в том, чтобы знать Его и соблюдать Его заповеди. Иметь веру и доверие Ему и соблюдать Его заповеди. Заметьте также, что Иисус говорил о людях, называющих себя христианами, но чьи дела показывают, что они попирают закон Божий. Матфея 7, глава 21 стих. Иисус там говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, разве те христиане не говорят Ему, Господи, Господи, говорят? Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? Неужели Иисус тогда ответит им, о, да, вы мои, потому что вы так говорили? Нет. 23 стих гласит, «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие что? Делающие беззаконие». В чем же была проблема? Они заявляли о том, что следуют за Иисусом, но что они делали с законом? Они попирали закон Божий. Мы увидели две обочины, две канавы. Одна – это те, которые говорят, что будут спасены своим соблюдением закона, а вторая обочина – это те, которые говорят, что будут спасены верою без всяких дел или без послушания Божьему святому закону. Что же нам нужно делать, чтобы оставаться на дороге? Дело в том, что существует совершенный баланс между верой и делами, благодатью и законом. Прочтем несколько из таких текстов. 15 глава Евангелия от Иоанна, стих 8. Здесь Иисус говорит, «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, то есть много плодов Духа, и будете Моими учениками». Как же нам показать, что мы ученики Христовы? Принося много плода. Не дел плоти, а плодов Духа. Любимый текст тех, кто верит, что закон был пригвожден ко Христу, и христиане должны его соблюдать, что дела не так важны, содержится в послании Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Разве апостол в этих текстах не говорит ясно о том, что мы не можем спастись своими делами?
Он совершенно понятно показывает, мы не можем спастись своими делами. Это ясные слова. «Сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Единственная проблема в том, что многие не читают следующий текст. Ожидает ли Бог добрых дел от тех, кто сотворены заново во Христе Иисусе? Конечно, да. Стих 10 гласит, «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе». Мы во Христе, когда мы принимаем Его своим Спасителем и принимаем крещение. Поэтому Он пишет, «Мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на что? На добрые дела, которые Бог предназначил». Именно Бог делает свои дела в нас, которые Бог предназначил нам, чтобы мы ходили в них. Особенно я хотел бы остановиться на отрывке более подробно. Это текст из 2 главы послания Иакова. Многие любят цитировать апостола Павла, но когда дело доходит до апостола Иакова, они не желают об этом говорить. Мы прочтем текст из 2 главы его послания, стихи с 14 по 24. Здесь мы найдем баланс между верой в Иисуса и соблюдением заповедей. Видите ли, последнее поколение детей Божьих не будет соблюдать заповеди законническим образом. Они не будут соблюдать субботу с таким же законническим подходом, как и древние иудеи. Нет, они будут соблюдать субботу, потому что они имеют с Иисусом отношения, пропитанные любовью. Они имеют веру в Иисуса. Они будут соблюдать заповеди Божии, а также иметь веру в Иисуса, имея совершенный баланс. Иакова 2 глава с 14 стиха. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру?» Заметьте, что веру он на самом деле не имеет. «Если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет?» Может ли кто-то говорить, что имеет веру, а дел в этом мире не иметь? Может. Здесь говорится о людях, которые не имеют веры. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? На греческом языке так и сказано, может ли эта вера спасти его? То есть вера, лишенная дел. Может ли такая вера спасти его? Стих 15. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера сама по себе, или одна только вера. Между прочим, здесь кроется причина того, что Мартин Лютер не любил послание Иакова. Он называл послание Иакова соломенным посланием. Если бы он мог, он бы исключил это послание из Библии. Потому что Лютер боролся против Римской католической церкви, которая говорила только о делах, паломничествах, о достижении небес. И Мартин Лютер боролся против этого всеми силами, точно как апостол Павел противостоял иудеям. Поэтому он не мог понять, каким образом слова Якова, по словам Якова, вера без дел мертва. Но Яков пишет, так и вера сама по себе, если не имеет дел, мертва. Как видите, вера и дела всегда идут вместе. Невозможно иметь одно без другого. Вы должны будете иметь и то, и то. Поэтому и сказано, вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Как можно показать свою веру? Мы можем показать ее делами. Позвольте спросить, можем ли мы говорить, что верим в Иисуса, а жить подобно дьяволу? Мы можем говорить о вере, заявлять о спасении и вместе с тем смотреть все, что смотрит мир, одеваться точно так же, развлекаться точно так же, как мир, делать то, что делает мир. И можем говорить, я имею веру, я христианин. Но если ваша жизнь не меняется, если дел в ней нет, если вы не соблюдаете Божьи заповеди из любви к Нему, то это просто подделка, это не есть истинные взаимоотношения с Богом. Поэтому Яков пишет, покажи мне веру твою без дел своих, а я покажу тебе веру мою делами моими. Затем он говорит, ты веруешь. Между прочим, это слово «веруешь» то же самое, что слово «вера» в этом отрывке. Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Итак, если вы только соглашаетесь с тем, что Бог един, сегодня многие говорят, мы все верим в одного Бога, не так ли? Но эта вера поверхностна. Это просто согласие с тем, что Бог существует. Эта вера не спасет никого.
Верит ли дьявол в существование Бога? Он не только верит, но и знает это. Поэтому и пишет Яков: «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Затем он упоминает Авраама. И этого Мартин Лютер не воспринимал, потому что он говорил: «Соло фиде, только вера, без дел». Что же говорит Яков? «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» О чем же он говорит? Авраам был оправдан верой, которая действует. Он не заявлял о том, что Авраам оправдался делами. Он уже сказал о том, что нам нужны и вера, и дела одновременно. Вот он и пишет: «Разве ты не знаешь, что отец наш Авраам был оправдан верой, которая действует?» Вот что он имеет в виду. И поэтому он продолжает: «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Много ли веры требовалось Аврааму для того, чтобы возложить своего сына на алтарь? Как Авраам показал свою веру в Бога, когда Бог повелел ему привести своего сына на гору Море? Как Авраам показал свою веру? Своими делами. Его дела доказали истинность его веры». Затем в 22 стихе Яков пишет: «Видишь ли, что вера содействовала?» Как видите, она присутствует вместе с делами, она действует. Поэтому он и пишет: «Видишь ли, что вера содействовала делам его, или дела действовала вместе с его делами, и делами вера достигла чего? Совершенства или полноты». Итак, для того, чтобы иметь полные спасительные взаимоотношения, что же вам нужно? Вера, которая действует. 23 стих. «И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Говоря слова «верую только», он говорит о том случае, когда вера – это все, что вы имеете, не имея дел. Вы не можете оправдаться одной только верой. Потому что истинная вера, которая оправдывает, это та вера, которая сопровождается делами. Вы понимаете, о чем идет речь? Яков не говорит о том, что нам нужно спасаться делами, как считали иудеи, соблюдением закона, совершая свое спасение. Он просто говорит, что если вы имеете веру, то вы будете исполнять закон. Если вы имеете веру, вы будете делать добрые дела. Другими словами, дела – это плод спасения. Поэтому 25 стих гласит: «Подобный Раав, блудница, не делами ли оправдалась?» Опять же, согласно контексту, оправдалась верой, которая действует. Не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Скажите, пожалуйста, что важнее, тело или дыхание? Что важнее, бестелесный дух или бездыханное тело? Они оба должны быть вместе, чтобы вы были живым человеком. Так же точно и вера с делами должны идти вместе, чтобы мы имели истинные живые взаимоотношения с Богом. Как видите, Яков и Павел борются с двумя различными врагами. Павел борется с врагами, которые говорят: «Я спасаюсь своими делами», свидетельствуя им: «Нет, вы спасаетесь своей верой». Иаков же борется с теми, кто говорит: «Мы не нуждаемся в исполнении дел», и говорит им: «Если вы имеете подлинную веру, то вы будете делать дела». Другими словами, Иаков и Павел борются не друг с другом, а с двумя различными врагами Евангелия Иисуса Христа. Павел учит о том, как человек спасается, а Иаков говорит о том, как живет спасенный человек. Другими словами, Павел говорит о корнях нашего спасения, а Яков говорит о плодах нашего спасения. Поэтому те, кого встречал Павел в свое время, нуждались в том, чтобы слышать о благодати. А те, кого встречал Яков в свое время, нуждались в том, чтобы слышать о законе из-за заблуждения, которому они учили в то время. Как видите, как дела для Павла и Якова определяются по-разному. Для Павла дела закона – это злые дела. Выражение «дела закона» вообще не относится к добрым делам. Оно относится к злым делам.
Потому что дела закона по определению – это дела, которые кто-то совершает для того, чтобы заставить Бога их спасти. Дела же в послании Иакова – это добрые дела, потому что они проистекают из спасительных взаимоотношений с Иисусом, взаимоотношений веры. Поэтому и дела в представлении Павла и Иакова здесь отличаются. Дела в посланиях Павла часто означают злые дела или дела с целью заработать спасение. Для Иакова же дела совсем другое, а именно плод веры, которые проистекают из моих взаимоотношений с Иисусом Христом. Знаете ли вы, что апостол Павел также говорил о том, что мы нуждаемся в вере, которая действует? Не будем думать, что Иаков противоречит Павлу. Откроем послание к Галатам, 5 главу, стих 6, Галатам 5, 6. Там сказано: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но что? Вера, действующая любовью». Говорит ли апостол Павел о том, что вера должна действовать? Да, она должна действовать. Она должна действовать любовью. Другими словами, вера и дела – это как две стороны монеты. Какая сторона монеты более важна? Вера и дела подобны двум рукам. Скажите, пожалуйста, какая рука более важна, левая рука или правая? Если использовать только правое весло или, скажем, только дела, то вы будете двигаться по кругу. Если же использовать левое весло или, скажем, только веру, не имея никаких дел, то вы тоже будете двигаться по кругу. Но для того, чтобы иметь сбалансированный, прогрессирующий христианский опыт, вам нужно использовать оба весла вместе. Суть в том, что дела – это видимое проявление веры. Вы понимаете суть? Дела – это видимое проявление веры. А вера – это внутренняя мотивация дел. Другими словами, мы спасаемся не одной только верой, мы спасаемся не одними только делами, мы не спасаемся даже комбинацией вера плюс дела. Мы спасаемся верой, которая действует. И вера, которая действует, это единственный истинный подлинный вид веры. Тот, кто говорит «я знаю его», то есть Бога, и не соблюдает его заповедей, это лжец, и истины нет в нем. Я бы хотел прочесть еще несколько выдержек перед окончанием нашего исследования, которое показывает баланс между благодатью и соблюдением заповедей, верой в Иисуса и соблюдением заповедей Божьих. Послание Титу, 2 глава, стихи с 11 по 15. Послушайте: «Ибо явилась благодать Божья». Что явилась? Благодать Божья. Спасительная или приносящая спасение. Она приносит спасение для всех человеков или явилась всем людям. Кто-то скажет: «Изумительная благодать Божия, теперь нам не нужны никакие дела». Но не будем спешить. Благодать Божия учит нас чему-то. Мы читаем: «Явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас». Благодать учит нас чему-то. Чему? Чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Учит ли нас благодать определенному поведению в жизни? Конечно, да. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Заметьте, что далее пишет Павел: «Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к чему?» Ревностный к добрым делам. Для чего Иисус искупил нас? Чтобы мы были ревностными к добрым делам. Имел ли апостол Павел уважительное отношение к добрым делам и плодам Духа? Конечно, да. Он был далеко не таким, каким его хотят видеть сегодня многие христиане. Все дело только в вере, только в благодати. Ваша жизнь не имеет значения, закон не имеет значения. Вы не должны соблюдать заповеди. Они были для иудеев, они были привиты ко Христу и так далее. Апостол Павел соблюдает баланс в своем богословии. Откроем послание Титу, 3 главу, стихи с 4 по 8. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом,
которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Далее заметьте плод. Апостол пишет весьма ясно, что спасение совершается не делами праведности, которые бы мы сотворили. Он спас нас своей милостью. Но затем вот что пишет в 7 стихе. «Чтобы, оправдавшись Его благодатью, или как только мы спасены, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие, снова мы находим идею веры, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к чему? Старались быть прилежными к добрым делам. Что же происходит, когда вы спасены? Вы будете прилежными к добрым делам. Между прочим, интересно отметить, что каждая из 7 церквей из 2 и 3 глав книги Откровения Иисус только 1 или 2 раза говорит «Я знаю твою веру». Что же Он говорит в основном? «Я знаю твои что?» «Я знаю твои дела». А сейчас я прочту вам интересную выдержку, которую мы находим в книге «Избранные вести», том 1, страница 373. Там сказано, «Очень важно обладать верой в Иисуса и верить, что через Него вы спасены. Но есть опасность занять позицию, которую занимают люди, утверждающие «Я спасен». Многие говорили, «Совершайте добрые дела, и будете жить». Но без Христа никто не может совершать добрые дела. Многие в наши дни говорят, «Веруйте, только веруйте, и живите». Вера и дела идут рука об руку. Они взаимосвязаны. Конец цитаты. Я прочту еще одну выдержку из этой же книги. Том 3, страница 172. Там особым образом сказано об этом выражении «вера Иисуса». Вы заметите слова автора о том, что лучший способ перевести это выражение – это сказать «вера в Иисуса». Она объясняет это значение. Вот что она пишет. «Трехангельская весть – это провозглашение заповедей Божьих и веры Иисуса Христа. Заповеди Божьи были провозглашены». Она говорит об адвентистах седьмого дня. Но вера Иисуса Христа была упущена в проповеди адвентистов седьмого дня, хотя и не уступает им по значению. Ибо законы Евангелия идут рука об руку. Евангелие – это Иисус спасает нас независимо от дел, которые мы совершаем. Но, с другой стороны, нам сказано о законе, как о соблюдении Божьей заповедей в результате спасения. И она продолжает. Я не могу найти слов, чтобы выразить эту тему во всей ее полноте. Вера Иисуса. Они говорят, но не знают, что это. Что же такое вера Иисуса, которая неотделима от трехангельской вести? Иисус стал носителем наших грехов, чтобы стать нашим, прощающим наши грехи Спасителем. Заметьте, что значит это выражение. Оно означает, что Иисус стал носителем нашего греха, чтобы стать нашим прощающим грехи и спасителем. С Ним поступили так, как того заслужили мы. Он пришел в наш мир и взял на Себя наши грехи, чтобы мы могли принять Его праведность. И вера в могущество Христа спасти нас навечно, целиком и полностью. Это и есть вера Иисуса. Конец цитаты. Вы понимаете, почему эти два выражения употребляются вместе, соблюдающие заповеди Божии и имеющие веру в Иисуса? Это потому, что оба эти явления необходимы для сбалансированной христианской жизни. Единственный способ соблюсти заповеди Божии – иметь веру в Иисуса. Это не то, ни другое в изоляции или в одиночестве, но оба вместе. Некоторые люди размышляют о двух заветах и задаются вопросами. Разве Ветхий Завет не был заветом закона, а Новый Завет – заветом благодати? Нет, конечно. Позвольте объяснить это очень кратко ввиду завершения нашей встречи. Как вы помните, Библия сообщает о том, что Моисей отправился на вершину горы Синай. Бог сказал, «Я желаю заключить завет с Израилем. Я хочу, чтобы ты спустился и передал им весть. Скажи им, что я желаю сделать их своим особым народом. Узнай, желают ли они слушаться моего голоса и соблюдать завет мой». Моисей пошел вниз и сказал народу, «Бог послал нам весть,
вам весь, он желает знать, хотите ли вы заключить с ним завет особых отношений, хотите ли вы быть его особым народом. Ему ответили: конечно, все, что Господь сказал, мы сделаем. Они не знали сами того, о чем говорят. Это был законнический ответ, потому что их сердца не были преобразованы. Их сердца остались неизменными. Как долго продержалось это их обещание? Всего лишь несколько дней, потому что уже через несколько дней они поклонялись золотому тельцу. Их сердца не изменились. Позже по этой причине Бог возвещал о Новом Завете. В 31 главе книги Иеремии, стихи с 31, сказано: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их с земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними». Бог говорит: «Я дал им этот завет, и они его нарушили. Я уже больше не собираюсь заключать такой же завет». Между прочим, причина, по которой тот завет имел проблемы, заключается в том, что этот завет не был записан в сердцах израильтян. Они смотрели на этот завет как на список правил и законов, записанных на каменных скрижалях. Бог же хотел записать этот закон на их сердцах. С 33 стиха мы читаем: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой в их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Так какой же была проблема Первого Завета? Был ли закон в этом завете? Да или нет? Да. Имеет ли Новый Завет тот же самый закон? Да. Закон не изменен в обоих заветах. Изменяется только то место, где этот закон записывается. В Ветхом Завете он был записан на каменных табличках. Израиль сказал: «Мы выполним его». Но они не смогли, потому что не имели веры, не имели любви к Богу, их сердца не изменились. И Бог сказал: «Я возьму этот же закон и запишу его на вашем сердце, запишу его в вашем уме. И таким образом вы будете послушны мне не потому, что должны это делать для того, чтобы спастись, для того, чтобы показать людям, насколько вы праведны, но вы будете соблюдать мой закон, потому что это будет исходить из вашего же сердца, потому что вы любите меня». Вот что имел в виду Иисус, когда сказал: «Если любите меня, вы будете соблюдать мои заповеди». Бог желает, чтобы мы соблюдали заповеди, а также имели веру и Иисуса. Перевод и озвучивание Кожевникова Павла.